Меня зовут Владимир Рогов. Мой прадед, мой дед, мой отец и я родились в городе Кривом Роге. Наверное, отсюда эта фамилия Рогов произошла. Сегодня я буду представлять такую технологию управленческую или социальную технологию, называется управленческие поединки. В чем суть этой технологии? Управленческие поединки – это такая технология, которая позволяет развивать навыки конструктивных переговоров. Ведь в современном обществе очень важны так называемые soft skills. И для гражданского общества это тоже чрезвычайно важный элемент навыка. Что такое в данном случае вот этот навык? Он позволяет людям договариваться между собой. А что означает договариваться между собой конструктивно? Это тоже не так просто. Некоторые думают, что это win-win. Но что такое win-win? Win-win это тоже не всегда понятно. Ты выиграл. А как это определить, ты выиграл или не ты выиграл? Мы определяем конструктивные переговоры по трем признакам. Это первый признак, что после окончания переговоров люди жмут друг другу руки. Второе, в том, что они идут выполнять достигнутые договоренности. И третье, это то, что они не собираются их пересматривать. Для того, чтобы сформировать такие навыки, нужно очень много учиться, нужно очень много практиковаться. Вот мы наши технологии управленческих поединков, которые, в принципе, изобрел Владимир Константинович Тарасов, там, директор Таллинской школы менеджмента, а мы помогаем людям эти навыки формировать, развивать и дальше совершенствовать.